Друзья, всем привет! И, наконец-то, Яна в деле, и теперь будет снова она мыть щенков, потому что она больше не беременная, и это хорошо. Прошло всего несколько дней после родов, и она уже сказала, что она мне не доверит мыть щенков и будет мыть сама. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тем более, весь интернет полгода переживал, как за наши с тобой взаимоотношения, разведемся мы или нет, пока моем щенков, что ты меня так сильно обижаешь, унижаешь, оскорбляешь. Нет, ребята, все было правильно. Я напереживала за щенков, чтобы с ними все было хорошо. И у нас теперь уезжают щенки Бьянки. У нас 9 щенков. На момент съемки этого видео 5 щенков продано. 2 щенка не продано. И 2 остаются в питомнике. Сегодня уезжают 3 щенка. А у Яны в руках сейчас замечательный белоснежный мальчик с крапушками, с огромной головой. Как вы помните, мы его хотели оставить себе, пару недель не продавали, а потом решили продать. И в этот же день появился покупатель, который ждал этого момента, когда мы от него откажемся. И теперь он поедет в Москву. Вот такой замечательный мальчик будет москвичом. Я его просто, ребята, обожаю. Я в мальчиках разбираюсь. Этот мальчик будет умный, спокойный, все понимающие, я уже по нему это вижу, пока с ним общаюсь. И даже сейчас он нас внимательно слушает и все понимает. Это просто отличный щенок, отличный подарочек. Все, подарочек, отправляйся мыться для начала, а потом мы тебя отправим в МСК. Ух, ребята, как мне нравится просто снимать, а не мыть, вы бы только знали. Вот Яна теперь правильно нам. Конечно, я не повезло. Мне доставались крокодилы огромные, а Яна гномиков моет, которые сидят даже и никуда и не собираются идти. Головастик, головастый. Янка, клёвый он, да? Прям... очень интересно, каким он вырастет. Скажи, большим и красивым. Не сомневаюсь. Как эти крапушки будут смотреться на сильной, большой собаке, мощной, мускулистой и головастой. Замечательный ребенок. Не надо стричь ногти, они на шуршавой плитке жили. Все хорошо, да? Чуть-чуть можно почистить. Обожаемый. Его назвали, некоторые называют на нашем канале Бровкин. Потому что у него замечательная бровка есть. Он очень, ребята, трогательный и спокойный мальчик будет, мне кажется. Ну все, замечательный мой любимчик, мальчик, красавчик, головастик. Отправляйся в Москву. Мы будем очень сильно ждать от тебя новостей. Пусть у тебя будет самая счастливая жизнь, самая лучшая в мире хозяйка, которая тебя 100% будет обожать, потому что ты невероятный милаш. Пока, милаш. Все, пока. А лапкой помахайте. Друзья, ну вот, короче, щенки из этого помета просто офигенские. Каждый щенок личность, каждый щенок с умным взглядом, каждый щенок такой прям задумчивый, интересный. Прям вот эта девочка, обратите внимание, что респект, как говорится, уважуха хозяевам, оставили ей ушки, не купировали. Мы нашей девочке тоже не купировали уши. Так что вот так вот будет такая ушастенькая девочка. Девочка окраса Соболь, очень красивая она, как статуэточка, я ее все время называю, когда она стоит, она такая на низеньких лапках, такая вся красивая-красивая. Но этот окрас, конечно,
очень идет. Куда едет Ян? В Питер вроде. А, да, в Питер. Такие спокойные щенки. Еще одну помыли. Она такая лапку сейчас собирается. Типа, забери меня скорей. У нас, ребята, раннее утро. Мы только что проснулись, поэтому все медленно, не спеша. Эмоций мало. Но щенки, конечно, классные. Ян, хорошая девочка? Ян, здорово, когда в помете в таком большом все щенки примерно одного качества и типажа. Это говорит о том, что хорошая пара подобрана? Да. Класс. Крови хорошо легли. Я очень рад, что у нас в этом помете такая красота родилась. Все, давай еще один щенок есть. Я пошел еще за одной девочкой. Давай, ну, хорошо. А этой девчонке говорим пока и тоже ждем от нее писем из Санкт-Петербурга. И она нам тоже машет лапкой. У нас теперь новая традиция, которую я завел, махать лапкой, когда последний раз увидимся здесь у нас. Все, девчулька, пока, будь счастлива. Монечка, Моня, Монечка. Друзья, а это наша девочка, которую мы раньше называли Чихуашка, пока у нее были огромные стоячие уши. А теперь у нее отличная компактная голова. И она вообще такой звереныш маленький, такой зверечек, такой ух, ух. И видно, что она более такая эмоциональная, шустрая. Да, Ян, чувствуешь, да? После этих двух щенков. Она такая. Она, мне кажется, по темпераменту на Бьянку будет похожа, очень похожа. Все, видишь, интересно, в окно посмотрела. Во сюда все проанализировала. Молодец, умненькая девочка. Куда пошла? Ну, пошла уже куда-то, пошла. Короче, да. Деловая. Головастенькая, да. Все проверить. Я вот как я сразу оценил, да, что она все изучать будет. Угу. Она не тюфяк будет. И все. А вот первый парень будет тюфяк. Ты смотри, лапой бьет по душу. Ты ее моешь или что делаешь? Мою. По-другому как-то, что ли? У вас с ней мойка переведена в игру? Выключай. Ну, даже ничего не поняла. Она ничего не поняла. Я на ее как-то, короче, обманула. С одной стороны немножко намочила, с другой стороны немножко намочила. Ой, какая она крапчатая, Ян. Угу. Офигеть. Градхарчик маленький. Ай, какая крапчатая. У нее, мне кажется, очень хороший по телу экстерьер, очень ровненькая. Не надо так делать. Яна, осторожно, не позволяй собакам так делать. Они могут травмироваться. Помнишь, как я тебя учил их мыть? Включай воду. Ты какая любопытная, а? Все надо проверить, пронюхать, осмотреть.
Все? Да, выключай. Ах ты умница. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Куда ты пошла? Скажи мне. Скажи, хожу. Куда ты собралась? Надо за задние лапы стричь. Где там собака-то? Такая маленькая, что и не видно. Ну, кстати, самая маленькая в помете, да? Одна из самых маленьких. Ну, еще черная девочка маленькая, которая еще не продана. Кстати, друзья, да, у нас, сейчас покажу еще на продажу две черные девочки из этого помета, родные сестрички щенков, которых мы сегодня отправляем. Вот. А этой девочке мы желаем счастья. Она уезжает в Тверь, да, если не ошибаюсь? Вроде да. Да. Пусть все будет у нее там отлично. Я уверен, что будут рады такой умненькой девочке, маленькой красивой, маленькой красавице принцесске. Давай, пока тебе. Она тоже говорит пока. И мы ждем от тебя весточек, как ты там будешь жить в новом доме. Друзья, всем привет! Вы на канале Питомник Собака, и у нас есть щенки-бьянки, у которых уже купированы ушки, которые уже могут ехать в новые дома. Это три щенка, один мальчик шоколадный трикор и две черных девочки. И мы хотим вам их сегодня немножко показать и немножко о них рассказать. Ян, что ты скажешь об этом замечательном шикарном мальчике? Классный, шикарный мальчик. Да. Вот, в типе экзот, тут уж без сомнений будет экзотом. Да, да, да. Ну, что говорит об его экзотичности? Вот эта короткая мордочка, да, я так понимаю? Ну, все, и короткая мордочка, и строение тела, строение лап полностью. То есть это будет маленький бочоночек на лапках с короткой головой, с короткой мордой, да, с такой, да? С огромной головой, с широкими, широкими лапами. В общем, те, кто смотрит канал, постоянно, наверное, заметили уже, что мы этого парня нахваливаем уже не первую неделю. У него хороший темперамент, да, я заметила, что он очень спокойный. Да, он спокойный. В команде этих трех щенков, у нас осталось четыре щенка, мы одну себе девочку оставляем, и две черных продается. Вот. А, еще пыжик же пять. Он самый вообще такой, он, во-первых, самый маленький по размеру с черной девочкой, самый маленький кобель, поймете. И он очень спокойный. В принципе, все время все слушает, умненький мальчик, хороший, вообще, думаю, будет без проблем. Ян, похвали его. Я уже похвалила. Похвали бы еще раз. Похвалила еще раз. Яна, окрас какой у него? Шоколадный, подпалый. Шоколадный подпалый. Ну, здесь небольшое пятнышко есть, но совсем маленькое. Шоколадный трикорчик. Давай ему, Ян, сейчас дадим немножко походить по коврику и понаблюдаем за ним уже не на руках. А то он у тебя уже засыпает, тут пригрелся на солнышке. Да, друзья, у нас, короче, сильно солнечный день, сегодня почти 30 градусов, и солнце прям светит ему в лицо, а там, где я, с камерой. В итоге показываться совсем не хотим, хотим прятаться в тенек за маму.
Ну вот, друзья, а вот девочка-красавица. Это у нас тоже экзотического типа девочка, очень похожая на Бьянку. Две черных девочки есть. Одна похожа на Бьянку, другая не похожа на Бьянку. Да, Ян? Угу. Покажи нам ее красиво. Ну что ты все? Да, она не хочет, она отворачивает. Вот когда она висит, она вот такая, вот, вот такая она, да. Она тяжелая, вот. Широченная грудь. Очень тяжелая. Да, она такая. 10 кг, наверное, уже весит. Она очень, да. Она тяжелая, но при этом она коротковапая, низкая. Она именно мощная, да, такая. Угу. Костистая, спинастая, головастая девчонка. Красотка. Ну что, Ян, расскажи про нее, какой она будет. Она будет копия Бьянки, такая же точно, абсолютно. Ну да, может чуть-чуть потяжелее. Прям как под копирку снято. Ну, да. Бьянка такая же была. Хорошая девочка, спокойная тоже, красивая, умненькая, игривая. Сейчас осматривает природу, я смотрю по сторонам. Ну ей не очень комфортно на руках, потому что она очень тяжелая. Да, да тебе тоже не очень комфортно. Она и мне не очень комфортно, она очень потому тяжелая. Так и получается. Да. Ну все, тогда давай тоже ее ставь на землю. Друзья, уже совсем другая девочка, она хоть и черная, но совершенно другая, не хочет смотреть на солнце. Вот, она намного меньше, я на раза в два, наверное, меньше. Но да? Она меньше, да. Конкретно, более компактная. Очень сильно меньше. Она немножко другая, у нее морда, форма строения морды. Девочка маленькая, компактная. Скорее всего, будет в типе покет. Может быть, микро. Время покажет. Ну да, она как была самый маленький щенок, пометит чихуашкой, она были самые маленькие, так и осталась, в принципе. Крошка, девочка маленькая. Яна, у нее на одном глазике как такая белая штучка, это что такое? Это не на одном глазике, на обеих глазиках у нее слишком сильно выходит третье веко. Это недостаток, потому она стоит не так дорого, как остальные щенки. Да, потому на нее скидка около 50%. С этим ничего не сделать, такие глаза будут всегда. Не, ну левый глаз-то посмотрите. Он прокрашен, видишь, третье веко, оно там тоже есть, но оно прокрашено. Здесь не видно, а на правом глазике. А на другом глазике оно не прокрашено, оно розовое, поэтому больше видно. А, понятно. Ну тогда все понятно, ничего страшного. Это на обоих глазах третье веко. Ясно. В общем, вот такая девочка, ребята, недорогая, если в домашние любимцы или просто для дома, замечательный ребенок, очень она нежная, ласковая, самая, пожалуй. Ушки у всех, кстати, купированы уже, и они уже могут ехать в новый дом. Давай, Ян, ставь ее на землю, пусть побегает тоже.
Поймала? Все, Янка ее поймала. Ей трава интересна, похоже, очень. Она, скажи, пахнет необычно. Опять носом в траву. Это ребята-щенки, первый раз, в принципе, на улице. У них им еще 2 месяца с небольшим. У них только была вакцинация на днях. И уже ближайшую неделю-две им можно выходить на улицу. И то сейчас еще рановато. Сейчас максимум на коврике. Она больше не хочет вставать. Скажи, я пузиком загораю. Ну все, вставай. Вставай. Ян, вставай. Ну все, не хочешь нам вставать? Что скажи, я спать готова. Я на солнышке лежу и ушами шевелю. Ничего себе, зафиксировалась. Да хочу, смотри, как удобно. Да, и она солнышко греет. Мягкое. Все, оставляем здесь и уходим. Да, пошли. Пойдем. Все, мы уходим. Эй, мы ушли. Прикиньте, она, короче, никуда не подрывается. Ей что, реально так хорошо? Ну да. Всем же нравится, когда солнышко греет. Вот приколистка, ребята. Смотрите, не выключаю камеру, уже 2 минуты лежит в такой позе и никуда не хочет вставать. Ну, глазки закрывает. На солнце прям легла, прям в пузико ей светит солнце. Так, прошла еще 1 минута. Просто интересно, если ее не трогать, когда она встанет. Эй, песик. Ты же солнышко разморило. Ты когда-нибудь такое, Ян, видела? Да, у нас Вита такая же. А, у нас Вита любит на солнышке лечь и может целый день лежать прямо на самых лучах солнца. Даже ей не нужно тенек. При том, что бульдог совершенно на солнце нормально. Только разница в том, что Вита белая, а это черная. Ну да, здесь не может быть, она перегреется. Здесь перегреется, конечно. Короче, друзья, вот такие у нас 3 щенка. Совершенно не хотят позировать, бегать, прыгать. Они... О, Яна подошла. Я потому что сзади подошла, она не ожидала.